Егерде сіз шынды түшінесіңіз, нелер олажақ, әлбетте ершенінді ұзыңыз, аңлайсыңыз бізің студиямызда Мұсафыр. Ве бұл субетке қош келдіңіз, біз сізге айтамыз. Базы вақытлары өлі студентлерінің аятларына да бақмаға керек, нелер япалар, нелерінен мерақланалар. Ве әлбетте бір қажда қайверсі үй шақында лафер сеткенім. Шымды есе өлі келечек планлар ақында да тұшынмейық, ама зиманеве аятымыз студентлерінің аяты. Ве ненен олар оғрашалар, насыл әрекетлеріні япалар, ве ненен мерақланалар шымды бізім студиямызда. Айқыладасылар, әнді аңлағандырсыңыз, Алин сөзлеріне көре, бізім студиямызда студент Мұсафыр олала, Қырым өндіслік педагогика университетінің студенті Вероника Потапова. Селям алейкум, здравствуйте. Добро пожаловать, доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Замечательно. С чего началось утро? Утро началось с кошки и кофе. А вообще есть вот какой-нибудь секрет вот хорошего начала утра у студента? Ну, у студента не знаю, лично у меня хорошее утро начинается с хорошего настроя на позитивный день, с общением с хорошими людьми и готовностью общаться. Тогда, думаю, начнем о вашей деятельности. Во вторник в КИПУ проходил квест. Расскажите, что это за квест, какие были основные его задачи и добились ли вы того, чего хотели? Квест проходил в рамках студенческого форума государственных языков Республики Крым. Задача квеста была показать именно литературные места Крыма. Он так и назывался, фотоквест «Литературные места Крыма». Задача студентов была разгадать несколько, около 10 загадок разного типа, разных заданий на подвижные игры, на какие-то интерактивные задания, заработать баллы и получить достаточно хорошие призы. Удалось, не удалось, наверное, это больше судить участникам. По нашим целям у нас все удалось, участники остались довольны, мы рады. Это на самом деле очень интересно. Много ли команд участвовало? Какие университеты приняли участие? Команд участвовало не так уж много. Было всего 6 команд. Из Севастополя, Евпатории, КФУ команда, 2 из колледжа КИПУ и одна команда, именно, нет, 2 команды из КИПУ, по-моему, вот именно... Уже непосредственно с университета. Да. Ага, и все-таки результаты. Результаты нас достаточно порадовали, потому что квесты мы проводим достаточно часто, и прохождение квестов каждый раз показывает, насколько развиваются наши студенты. Почему выбрали формат квестов? Да, студент может сидеть на лекции, просто слушать преподавателя, а может интерактивно узнавать все те же факты, которые узнает на лекции. И поэтому, пройдя... Единственное, что нас огорчило, что наши студенты не знают, как пишется поэт Лермонтов. Вот такие, да, допускались ошибки. Подождите. В смысле не знают, как пишется Лермонтов? Вот мы тоже удивились, когда люди начали писать это неправильно, с ошибкой. Через «и»? Я думаю, через «а». Да, через «а». Господи. Вот так как-то хорошо, неожиданно. А какие, кроме этого, вы еще квесты проводили? Вот вы сказали, что множество квестов проводили. Мы проводили, во-первых, у меня есть проект «Путь Победы» по квестам, во-вторых, мы проводили республиканский квест на День флага, на День республики, на День единства проводился квест, тоже нашими силами мы помогали. На открытие сезона «Таврический вояж» тоже проводился нами. Ну, вот просто квест это достаточно актуально сейчас, поэтому... Ну, то есть можно говорить смело, что квест именно ваша специальность. Да. Хорошо. Вы являетесь студенткой первого курса психолого-педагогического факультета Крымского инженерно-педагогического университета. Почему именно это направление вы выбрали? Ой, я отучилась в колледж на факультете дошкольного образования. Выбирая профессию, я выбирала между двух, между увлечением, ну, вообще психология тоже мое увлечение, но между журналистикой и психологией. Журналистикой я занимаюсь уже тоже давно, но не так уж профессионально, и я подумала о том, что журналистика достаточно узкий профиль. Психология пригодится в любой деятельности. А журналистику я могу получить уже вне. То есть вы считаете, что на журналистику не обязательно так сильно обращать внимание? Я этого не говорила.
Хорошо. Я сказала то, что в нашем государстве достаточно важно самообразование. Угу. Если ты не будешь сам развиваться, то даже образование, которое ты получишь в университете, оно тебе не даст никаких сил. Ты должен развиваться вне университета. Это правильно. Хорошо. Вот на этот вопрос вы ответили, и это радует. На самом деле это так. Вы также являетесь. Это очень сложно, это очень сейчас должность такая очень интересная. Заместитель председателя молодежного совета при администрации города Симферополя. Да. То есть мы сейчас идем вот от меньшего к большему, я так правильно понимаю. Что это за молодежный совет? Молодежный совет – это структура, которая помогает работе администрации, то есть она диагностирует, какие есть проблемы, и работает уже с молодежью, помогает молодежи самореализоваться. То есть это те люди, которые, по сути, творят историю. Они готовы взять на себя ответственность за какой-либо проект, за какую-то либо деятельность. Лично для меня вот люди, я обычно не делю людей ни на нации, ни на религии, ни на что. Но у меня вот есть одно разделение. То есть есть люди, которые просто живут, ну и они живут, у них школа, работа, дом, я их очень уважаю. И есть люди, которые развиваются, еще развивая какие-то сферы. И первые, я уверена, что первые не имеют права просто так говорить о своем государстве, то, что меня не устраивает университет, меня не устраивает администрация, у меня плохие дороги, если они ничего не сделали для того, чтобы это исправить. Вторые же – это те, которые готовы взять на себя ответственность и исправить это. Угу. То есть, так скажем, активные и пассивные слои населения. Ну, я не могу сказать, то, что человек, который выбрал семью и развитие именно в сфере карьеры, вот в том плане он пассивный, он тоже достаточно активен. Угу. Но он не имеет права говорить, вот пока он не будет делать что-то во благо своего города, во благо своей страны, он не имеет права говорить, что это его не устраивает. Но согласитесь, ведь вы даже не можете жаловаться на кого-либо, если вы не ну, какую-то ситуацию, если вы ее не исправили. Согласен. Ну, даже если хотя бы не попытались. Да, согласен. Вот здесь я не поспорю. Скажите, какие мероприятия проводит эта организация? Ой, мы проводим достаточно много мероприятий, начиная с профилактики наркотических, профилактика... Наркозависимости. Наркозависимости, спасибо. Заканчивая, у нас проходят достаточно глобальные форумы, которые стали ежегодными. Это карьера, план, стратегия, этапы, Крымская весна, время перемен. И вот буквально недели две назад у нас был Симферопольский туристский форум. Он уже тоже второй год проводится. Угу. Скажите, вы учитесь на первом курсе и при этом ведете такую общественную, активную общественную деятельность. Как вы успеваете? Сложно ли вам? Все зависит от окружения. Во-первых, если говорить о учебе, то это важно принятие от преподавателей того, что вот я отсутствую достаточно часто. И моя личная ответственность, то, что я вот готова прийти на следующую пару, одну пропустить, на следующую прийти и ответить. То есть я готова к тому, что у меня будет преподаватель именно меня спрашивать, потому что я, возможно, не буду уже на следующей паре. Во-вторых, это моя команда. Выбирая команду на мероприятие, я подхожу с достаточно большой ответственностью, чтобы люди меня поддерживали. Это те люди, с которыми я работаю, не каждое может мероприятие, но я в них вижу свою частичку своей души, потому что именно они меня сотворили, именно они за меня болеют, меня поддерживают, и я рада с ними работать. Ну и третье, это, наверное, поддержка государства, то есть когда любую инициативу приветствует администрация города, министерство образования или какие-то другие структуры, там те же предприниматели, которые помогают нам с призами на квесты. Угу. То есть команда постоянно у вас в такой ротации находится, на определенные мероприятия определенная команда? Не всегда, просто есть ребята, которые участвуют постоянно, прямо так систематически, у кого есть возможность. Угу. А есть ребята, которые приходят, уходят, участвуют от желания, от цели, потому что у каждого есть своя цель, и нельзя заставить человека, ты должен прийти. Я не настаиваю на этом. Угу. Скажите, вы являетесь победителем регионального конкурса молодежных проектов в сфере патриотического воспитания молодежи. Какой проект вы представляли и расскажите о нем подробнее? Проект я представляла, это серия нравственно-патриотических квестов «Путь Победы». Суть проекта в том, что мы в разных уголках Крыма проводили разные квесты разной направленности. То есть в основном на патриотическое воспитание, на любовь к родине. Последний квест был «Многогранная Россия», проводился в медакадемии, проводился в Евпатории один в Джанкое и еще один в Симферополе. Угу.
Смотрите, то есть ваша цель – это привлечь больше молодежи к своей организации. Ну и, конечно же, внимание правительства. Лично моя цель – не привлечь больше внимания молодежи к организации, а показать молодежи о том, что у нее огромные перспективы к тому, чтобы развить не только свою страну, но и самого себя, подняться на ступеньку выше. Хорошо. Но непосредственно внимание окружающих все равно оно должно быть, привлечь внимание все равно надо по-любому. И все-таки вот доказать, как же все-таки убедить молодежь в том, что все не так плохо, как они думают, что нужно работать, нужно стараться, нужно быть более активным. Вот как это все сделать? Вот вы как психолог уже начинающий, пусть и начинающий, но все-таки вы уже, наверное, знаете какие-нибудь такие рычаги давления. Ну, не то чтобы рычаги давления. Наверное, нужно начать с себя и не бояться шагать. А когда я подавала на этот конкурс, это грант на 50 тысяч, я сидела в кафе с другом, вот просто история из жизни, сидела в кафе и обсуждала, подавать мне, не подавать. Был вопрос между тем, либо я подам, и у меня будут достаточно трудно, это деньги, очень большая ответственность и очень большая отчетность. Вот я сегодня буду, кстати, за него отчитываться. Либо я вот проведу хорошее мероприятие. Мне друг говорил, ну, если ты сомневаешься, лучше не делай. Рядом сидел просто мужчина, он пил кофе и такой, а можно я влезу? И я такая, ну, давайте, скажите свое слово. И он говорит, если ты попробуешь, то у тебя два варианта. Либо ты себя недооцениваешь и ты все выполнишь, либо ты себя переоцениваешь, у тебя появится новый опыт, какие-то ошибки ты почерпнешь, и если у тебя не получится. То есть стоит попробовать. Просто перешагнуть через себя и попробовать. Хорошо. Самое главное. Так все-таки, что бы вы сегодня пожелали этой молодежи, той молодежи, которую вы хотите именно заставить поверить в то, что все на самом деле хорошо? Что нужно им? Не только ведь попробовать, нужно еще что-то делать. Вот посоветуйте что-нибудь той молодежи, которая сейчас сидит и смотрит на вас. Есть хорошее стихотворение. На зло неудачам, на зло заварухам. Чтоб не было с вами, не падайте духом. Бывает коленками, носом и брюхом. Падайте по-всякому, лишь не падайте духом. Важно не опускать руки, ведь все в наших руках. Спасибо огромное. Большое спасибо, что пришли. Удачи вам во всех ваших начинаниях. Спасибо. Урмите достлар. Бізім яйнымыз есе девам эте, ве тамам шынды енді невбетекі қысымызға яваштан кешмеге азырланамыз. Нелер олажақ? Шымды ава араретіні сейреттеміз. Келеджекте есе да чоқ мерақлы шелер бізні беклей. Да бір ажайып инсанлар нен көрушевлер беклей. Бізден айрылмаңыз.